Сегодня на канале «Дачный сезон круглый год» готовим блюдо, можно закуска, можно самостоятельное блюдо. Называется «Тройка». Очень простое, легкое в приготовлении, мало ингредиентов и получается очень вкусное. Вот если 3 баклажана берем, значит 3 помидора. Баклажаны крупные, помидоры крупные. У меня здесь 6 баклажанов. Порезала кубиками на подсолнечном масле под крышкой. Жарю 15 минут. Приготовила, порезала томаты. На 6 баклажанов 6 больших томатов. Ничего не вырезала, семена, шкурочка, все осталось. Мы это все так съедаем. Можно, конечно же, семена почистить, шкурочки, попки поотрезать. Мы это ничего не делаем. Все по-простому. И 2 зубчика чеснока. Кто любит острее, можно 3 зубчика. Можно 1 зубчик, пол зубчика положить. Любое количество чеснока придаст аромат этому блюду и свой пикантный вкус. И немножко петрушки. Так как бежать на огород за петрушкой уже некогда, я возьму замороженную в фольге и порежу такими довольно крупными кусочками. У меня есть видео на канале. Вот взяла себе такой способ хранения зелени. Просто помытая подсушенная зелень, обрезали грубые части и необходимыми мне такими удобными порциями просто заворачиваем в фольгу. Подписываем, лежит, хранится, прекрасно им пользоваться. Хочу в этом году всю свою зелень вот таким способом заморозить. Порезала сюда довольно крупно этой же фольгой. Заворачиваю. Она хорошо обжимается и держится. Все. Оставшуюся вот эту часть снова ложим в морозилку. Прошло 15 минут. Добавляем томаты. Прошло еще 10 минут. Так, томаты уже пустили сок, баклажаны уже практически готовы, томатики их догоняют. Теперь солим по вкусу, чесночком приправляем и петрушечкой. Все хорошо перемешиваем. Все, даем протушиться еще 5 минут. Закуска, основное блюдо, гарнир картошки готов. Вкусно. Сейчас картошечку, пюрешку сделаем и приятного аппетита!